13 октября на сцене ОКЦ выбирали самых веселых и находчивых среди пенсионеров. Фестиваль команд КВН пенсионного возраста прошел в Благовещенске во второй раз. Кстати, судить игру в областной центр приехал известный КВНщик, режиссер, член жюри высшей лиги КВН Юлий Гусман. За победу боролись 5 команд из Благовещенска и гости игры – команда из города Зеи. Они-то и оказались самыми веселыми и находчивыми. Далее продолжит Денис Свириденко. Дорогие мои старики, так, шутя, Дмитрий Ефименко обращается к своей команде. Говорит, игра в КВН помогает чувствовать себя моложе. Зейским КВНщикам действительно меньше лет, чем всем их соперникам. Ведь жители северных районов выходят на пенсию на 5 лет раньше. Готовились мы, писали сценарий, репетиции было 2 недели у нас, плотных, каждый вечер. Есть у нас, хореограф свой, уже работает с нами вот второй сезон. Также Александра вот у нас руководит, за режиссера она нам все это на сцене ставит, что, куда, кого, что говорит, когда говорит. Шутки из разряда 55+. Кроме такого возрастного ценза, других ограничений на фестивале не было. Иронизировали по поводу выборов, тарифов ЖКХ, размеров пенсий. Здравствуйте, Юрий Соломонович. О, Господи, я же забыл, что КВН-то пенсионный. Здравствуйте, дорогие члены жюри. Здравствуй, Юлик. Очень сложно определить фаворитов. Каждая команда по-своему интересна. Какая-то команда, она больше поющая, какая-то команда энергетику прям несет, как будто это молодая команда, которым по 18 лет. Некоторые команды очень смешно шутят, прям остро шутят. Команды держали темп игры на протяжении 2 часов, а на разогреве выступала молодежь, амурские школьные и студенческие команды КВН. Зрители в большинстве своем тоже пенсионеры, уходили с игры с улыбками. Пенсионеры наши, я не ожидала, что вот такие они умницы. Мне понравилось. Молодцы, шутили хорошо и пели хорошо. Молодцы. Вот такие года. Они даже не уступили им нисколько. Слушайте. Пенсионеры, молодежи. Это. Я вообще учитель, и я в душе всегда и там, и там. Но сегодня мне радостнее было за пенсионеров. Бессменному члену жюри высшей лиги КВН Юлию Гусману тоже понравилось именно выступление взрослых КВНщиков. Кстати, изначально организаторы планировали пригласить Александра Маслякова, младшего. Приехать он не смог. В Москве полным ходом идет подготовка ко дню рождения КВН. Я думал, что ж так они, приезжайте, почему именно я? У нас в жюри множество талантливых, прекрасных, ярких людей. Значит, звезды театра, кино. Я понял, что я такой известный КВНщик, но вот именно вы. Но когда я приехал и узнал, что это КВН пенсионеров, я понял. В итоге 3-е место заняли КВНщики из команды «Без очереди», 2-е – молодежь 20 века. Победители фестиваля зейской команды «МОНА» получили путевку в пансионат Приозерье, но от приза отказались и передали его ветеранам и почетным жителям Зеи. Денис Свириденко, Роман Юдаков, «Новости дня», информационное агентство «Порт Амур».